Всем большой привет! Мы находимся в магазине «Светофор», город Ростов-на-Дону, главный автовокзал. Давайте посмотрим, что же у нас есть в этом магазинчике. Желаю всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм. Там вы увидите много интересного. Желаю всем приятного просмотра. Ополаскиватель для полости рта. Профилактика заболеваний с экстрактом ромашки. 500 мл. Производитель ООО «Спектр». Защита зубов и десен, длительная свежесть дыхания, а также профилактика заболеваний десен. Цена составляет 31 рубль. Гель для душа. Ароматное удовольствие. Шоколадом. Также есть с апельсином, с ванилем и с клубникой. Увлажнение, питание и восстановление кожи, освежающий эффект. Составляет 45 рублей. Пунь Микс Бьюти, 500 мл. Увлажнение и питание, жасмин и масло органы для сухих и поврежденных волос. Цена этого шампуня составляет 45 рублей. Гель для бритья, для чувствительной кожи, без красителей и парабенов. 200 мл за 93 рубля. Идеальное скольжение. Для мужчин с чувствительной кожей лица увлажняет и смягчает, обеспечивая легкое скольжение бритвы без микропорезов. Также есть пена для бритья, питания и увлажнения для нормальной кожи с мультивитаминами. Цена составляет 52 рубля. Производитель Феникс. 200 мл. Средство для мытья посуды. Концентрированное. Объем 1 литр. За 34,90. Прекрасно пенится, легко смывается. Удаляет загрязнение даже в холодной воде. Отмывает посуду без проблем. Санитол, универсальный гель, новая формула. Чистит, устраняет запахи, также дезинфицирует. Кафель, стекло и металл. 750 мл за 33,90. Семейный гель для душа, ассорти, 750 мл. Липовый мед. Цена составляет 36 рублей. Ассорти «Мягкая сила» интенсив комплекс «Лимон». Значит, здесь у нас 400 грамм за 18 рублей. В принципе, доступная цена. Можно попробовать взять, посмотреть, будет ли оно очищать. Еще один гель для душа. Парфюмированное увлажнение, питание и восстановление. 1 литр. Изготовитель Химгрупп за 42,50. Такой настольный светильник на светодиодах. Срок службы 30 тысяч часов. У этого светильника сенсорное включение, также световой поток 480, мощность 6 вольт, белый цвет 6000. Также здесь указаны характеристики. Размер светильника 284 на 165 на 383. Производитель Китай. Цена составляет 482,90. Светодиодный прожектор 30 тысяч часов, 90% экономии энергии. Также 2 года гарантии. Страна изготовления Китай. Вот так прожектор выглядит. Также есть фонарь, прожектор аккумуляторный за 395. Зарядкой от сети. Зарядки 12 часов, время непрерывной работы 16 часов. Тип аккумулятора свинцово-кислотный. Напряжение аккумуляторной батареи 3,7 вольт.
Энергоемкость аккумуляторной батареи 1000. Вес 90 грамм. Также указан порядок зарядки. Срок гарантии 1 год. Также в магазине есть памперсы, подгузник 9-14 килограмм, экономичная упаковка за 452. Также есть детские подгузники, 43 штуки в упаковочке за 329. 9-14 килограмм. Ватные палочки, 400 штук в упаковке. Значит, цена составляет 33,90. 100% хлопок. Вот такая кружка. 300 миллилитров, стекло, гранение. Производитель Декор Стайл Глаз. 28,90. Вот такой красивый салатник. Цена составляет 72 рубля, 27 сантиметров на 1500 миллилитров. Изготовление — страна Россия. Тарелочка 24 сантиметра. У нее вот такой волнистый край. Стеклокерамика. За 68,50. В этой же серии есть салатник 20 сантиметров, 1200 миллилитров. Также у салатника волнистый край, стеклокерамика, за 84,90. Китай. Влажная туалетная бумага, 80 штук, увлажнение и нежный уход. Но мне писали отзывы, что она не такая уж и влажная. Так что не советую вам ее покупать. Цена составляет 48 рублей. Если кому-то просто протирать мебель, то, в принципе, подойдет. Вот такая кружевная корзина для белья. 40 литров. Она идет с вот такой крышкой. Производитель Фимака. Цена составляет 305. Также есть набор контейнеров. 3 штучки. 0,4, 0,7 и 1,2 литра. Цена составляет 158. Крышка достаточно легко открывается. Такие вот контейнеры и маленькие, малюсенькие. Также есть набор контейнеров побольше. Набор квадратных контейнеров. 2,55 литра, 1,55, 0,9, 0,5 и 0,23. За 110 рублей. Производитель Искропласт. Вот так контейнеры выглядят. У каждого контейнера крышка другого цвета. Вроде достаточно прочные. Также есть круглый таз объемом 10 литров. Страна производителя Россия. 44,90. Есть в зеленом, есть в синем цвете. Самарская область. Есть таз овальный, побольше, на 18 литров. В ярко-розовом цвете. Качество мне не очень нравится. Уже ободранные есть. Так что внимательно смотрите. За 91,90. В тени есть одежда. Вот такие вот леггинсы. От 42 до 58 размера. Весна-лето. За 209. Хлопок. И волокно. Женские и мужские носки. В комплект входят 3 пары за 117 рублей. 36-38 размер. Состав 80% ХБ, 15 полиэстер и 5 эластан.
Размеры есть 39-40. Я так поняла, что все. Также есть женские носки. Только я их пока не нахожу. А вот такие есть детские носочки, сделанные в России. Цена у них 90 рублей. Новинка, 5 пар. Также есть комплект постельного белья. Французский стиль. Двухспальная. За 651. Вот в такой расцветке. Ткань полисатин, 100% полиэстер. Простынь 200 на 215, пододеяльник 180 на 215, наволочки 70 на 70, сделано в России. Такая вот новиночка. Того же производителя есть полутораспальная, цена составляет 547. Простыня 150 на 215, пододеяльник 150 на 215, наволочки 70 на 70. Вот в такой расцветки. Трикотажная простыня на резинке, 100% хлопок, ширина 160 сантиметров на 180 сантиметров, составляет 364, 100% хлопок. В большом ассортименте есть в ярко-розовом цвете, также есть красивые в синем цвете, в зеленом, в розовом, в бежевом, в белом, светло-розовым, так что очень большой выбор расцветок. В магазине есть энциклопедии «Хочу все знать». Цену, к сожалению, я на них не нашла. Вот такие вот яркие картинки, много текста. Смотрите, какая красота. Даже указан Инстаграм. Также есть загадки и тайны. И где, кто, почему. Интересные. Смотрите. Такая вот серия. Также есть маленькие книжечки. Петушок и чудо Миленко. Такие вот. Дюймовочка, красная шапочка. Такие вот книжечки. Женская сорочка 48 по 56 размер за 99 рублей. Состав 100% хлопок. Готовлена в Узбекистане. Вот такая вот сорочка. Эта сорочка, значит, она 48 размера. Ну, мне качество не очень нравится. И также есть в зеленом цвете. Вот такие куколки. 40 сантиметров длина. Куколка со звуком. Музыкальная. Для детей старше 3 лет. Изготовитель Китай. Цена составляет 201 рубль. Также куколка есть в розовом платье, вот в таком, в ярком, в малиновом и вот в голубом. Обувь на ней одета, платьице. Набор стаканов 300 миллилитров, 6 штучек. Наборчик стоит 175 рублей. Страна-производитель – Россия. Появились наборы детские, такие интересные. Кружка 250 миллилитров, салатник 12,5 сантиметров и тарелочка 19,5 сантиметров. Такая кружка. Цена составляет 198,90. Кружка
300 миллилитров за 39,90. Есть вот такими желтыми цветочками. Набор бокалов для вина 240 миллилитров. В набор уходит 6 штучек за 234,90. Вот такие бокалы на высокой ножке. Симпатичненькие. Чайник заварочный 1200 миллилитров за 157. Производитель Китай. И есть в зеленом цвете. Теплостойкая до 127 градусов. Аккуратно установите крышку на корпус, сопоставьте крышку и ручку и зафиксируйте гнездо. Нажмите на основание корпуса, чтобы обеспечить легкую чистку. Все указано. Термопод. Объем 2,5 литра. Способ подачи воды. Помпа. Мощность 750 вольт. Напряжение 220-240. Цена составляет 1043. Производитель Китай. Также есть электрическая печь 42 литра. Смотрите, какая. Цена составляет 3156. Напиток со вкусом винограда. Указано, что содержит натуральный сок. За 40 рублей. 2 литра. Но мало верится, что здесь действительно натуральный сок. Давайте посмотрим состав. Очищенная вода, сироп натуральный, сладкий люкс. Фруктоза, глюкоза, а также, естественно, пищевые добавки. Вкус, ароматическая основа, мультифрукт, лимонный сок, консерванты. Напиток алоэ вера 1,5 литра за 53. Также указано, что 100%. Ну, не знаю. Калорийность на 100 грамм 35 калорий. Углеводы 8,72. Есть кока-кола. Но брать я ее не советую. Такое чувство, что ее просто взяли и разбавили с водой. Конфеты в Светофоре, в принципе, неплохие. Конфеты Тоффи 1 килограмм за 118. В магазине очень много конфет. Конфеты ярче 1 килограмм с арахисом за 149. Конфеты Тоффи 1 килограмм за 118. Кому интересен просмотр полный продуктов, могу сделать отдельное видео. Напишите в комментарии, если вам это интересно. Также есть гематоген Форте детский. В упаковке находится 10 штучек за 100 рублей. Паста полосатый рейс. Шоколадно-молочная 750 грамм за 98. Конфеты живинка ассорти Конти. В упаковке находится 1 килограмм за 127. Есть шоколадки, шоколад молочный. В упаковке находится 2 штучки, 90 грамм за 71,50. Шоколад пористый, молочный, 65 грамм. В упаковке находится 3 штуки за 67. Молочные конфеты 1 килограмм за 105. Завтрак 400 грамм. За 34,90. Кукурузные хлопья. Также есть шоколадные шарики. Также новиночка. Появились бисквитные рулетики со сливочным вкусом. Указано, что без ГМО. 145 грамм за 16,50. Запеченные мюсли с бананом и цукатами ананаса без пальмового масла, без красителей и консервантов. 350 грамм за 45 рублей.
такое вот ассорти. Достаточно много приправ, чеснок, травы, приправы к шашлыку. Цена их составляет 29 рублей. Это они в ассортименте идут. Значит, арахис появился, тоже я не видела. 1 килограмм за 132. Сделано в России. Давайте посмотрим, что дальше у нас есть. Пшеничная крупа 3 килограмма за 67,90. Также есть у нас рис 800 грамм за 25,90. Овсяная каша также я не видела. Цена составляет 24,50, 40 грамм. Значит, здесь у нас 5 пакетиков. Только вот такой вкус. Черная смородина.